У нас наблюдается очень интересная картина. Смотрите. У нас Руфинский, короче, сегодня не с той лапы встал. Он сегодня очень кусачий, очень противный. Королевства маловато, разгуляться негде. Умудрился залезть вот под этот подклад своей лежанки и лежит там, выплескивает свои эмоции негативные. Какая куча шевелится. Вот сегодня целый день вот это вот. Что-то какие-то подкопы, закопы, кусания, прыгания. Ну выходи. Чего ты там засел? Может, Шаню не хочет там полежать? Это вообще-то ее лежанка. Ха! Было ваше, будет наше. Она сидит, смотрит, думает, что вообще происходит? Что с этим котом? Ать-ать! Ну нифига себе. Давай, Шанюка, я закрою его. Пускай он там сидит, если хочешь. Ложись прям сверху на него. Он же так делает всегда, когда ты где-то спишь. Пацаки, чатланом на голову сели! Да, Шанюнчик, скажи. Очень странно у тебя, братья. У нас дурдом сегодня. Одна падает, второй сидит. A few minutes later. Выходи. Ага. Зрителей, наблюдающих за тобой, не осталось. И все? Тебе уже сразу не интересно? Ку-ку. Ку-ку. Вон оно там, туловище поворачивается. Вон оно сидит там. Ты тут будешь сидеть? Ты замерз? У нас дома 23 градуса. Ты замерз? Ну хорошо. Давай. Пока.